Карли. Короткие по линии. Да, не хватило длинных рук, чтобы перехватить этот мяч. Катя Бондаренко. Ай-яй-яй, ошибка. Со стороны, да, Бондаренко не удалось ей, не успела просто обработать мяч. Это приводит к двойному брейкпоинту 15-40. Даешь, Оля, эйс. Аут. Есть, так выигрышный розыгрыш и отыгрывание одного брейкпоинта. 30-40. Свободную зону уже перевела, да. Савчук, потому что обе аргентинки, не разобравшись, бросились к предыдущему мячу. Они обе были просто в коридоре, и с этого момента девочки наши смеются, как получилось так. Хорошо, что друг друга не задели ракетками. Ну, ровно? Отлично. Больше. На одной линии практически сейчас были и Оля, и Катя. Договорились именно об этом. О направлении подачи и как будет Катя действовать. Видите, рискует. В принципе, зона, которую должна защищать Катя с правой стороны, это коридор ее полкорта. Но здесь существует много тактических сюжетов, моментов. Отличная подача, да. Не берущаяся. И 1-1.